друзья, всем привет! Сегодня мы приехали с Романовной на рыбалку. Да. Надя, держи бурку, сюда становись. Будем рыбачить возле спасалки, возле Елинского храма. Лед хороший, да? Но люди говорят, что? Одевай. Не стой. Стой, не подклевывает. Да. Но мы попробуем всю процедуру эту попробовать, да? Как это щипковки ставить, как это оно, да, лунки сверлить. О! Решили выбраться, погода хорошая, но ветерок сильный. Посмотрим, лед говорит крепкий, глянем. Вон рыбаки уже ходят. Два человека только, а нет, третий он тоже. Ну, сейчас мы это так все выловим. А что надо делать, чтобы соклюнуть? Ну тут поплавок есть. Тут можешь ничего не делать, просто смотреть. Ты черную хотела. Отеля повесим. А что черевиком не так? Сейчас черевиком не так. А что с ним не так? Где яйца что-то? Да? Да. Все яйца. Сейчас рыбку будет привлекать. А тебя кровь что ли? Где? На пальце. Это от мотыля. Это от мотыля. Сейчас мы сначала глубину определим, какая. Там ты с чем палку отломал? Я убрал ее. Это так глубину надо выставить. И все? Вот так вот, все. Ну все, вот так вот оставляем. Поплавок, если будет под воду уходить, он будет клевать. Щуковки пойдешь со мной ставить? Я тут посижу. Хорошо. Давай я чуть-чуть далеко подброшу. Смотри, под себя, под себя. Затяни. Что там такое? Смотри, что мы поймали. Пошла. Смотри. Какой? Да, у меня почему-то побольше. Ты видела? Да, у меня больше почему-то попался сразу, да? Ну, прикол. Пап, с крючком снял. Кого? Мотыля? Сейчас мы еще подсыпем свежего. Прикольно, да? Да. Первая пара рыб. Класс, да? Я рада. Ну конечно, такой окунь. Окунь. Ты что, сейчас за? Так вот. И смотри за поплавком. О, первая рыба. Романовна подсекла. Я чуть-чуть помог. Если не будет клевать, так сейчас подкормим еще. Иногда чуть-чуть поднимать и опускать. Поднимать и опускать. Вот так вот раз и опускай. Чтобы рыбка видела, где твой мотылек. Ну, пускай плавает. Я сейчас прикормки немножко насыплю. Неудобно сейчас жалеть. Неудобно? Нет, реально. Сейчас вот прикорма насыпем. Хотите, это немного. Ну, смотри, так вот. Намучим. Ну, сейчас будет виден. Сейчас прикормка начнет оседать. Это прикормка такая? Темная прикормка? Да, да. Есть красная для плотвы. А? Сидит? Да. Так от залезку что-то не вытягивает. Пока она не... Пока не клюет. Пока не клюет еще? Нет. Сейчас будем ждать.
что? Запуталась, я уже распуталась. Это хорошо. Принеси мне карасика вот тут. Попробуем просто на барвышку, что тут есть. Посмотрим, что тут есть. Дядя ловил только что вот там. Ты что и поймал, скорее. А, это дедушка, он пошел. Дядя, я у него хотел, хотел у него спросить, как у него рыбалка, но он что-то без настроения. Я ответил. О, еще один. Ну, может, уже спасатели приехали. Спасатели? Ну. О, клюет, смотри. О, смотри, поклюет. Вот так вот надо. Ложишь вот так вот. Да. И чуть-чуть подыгрывать. И ждать, когда кивок вниз загнет. А я соклюла. Нет, там он резко будет. Хорошие окушки. И один на щуковках. Красавец какой. Ну что, Романовна, поделись впечатлениями своими от первой зимней рыбалки. Вкусно? Да. Еще поедем? Да. Пока 2 часа, у нас на щуковке нету сработок, да? Вот. Щуковки стоят? Да, вот так вот мы поставили. Ничего пока еще, тишина. Одна вот возле дерева, вторая возле кабачек между деревьев, и третья вон под тем берегом. Были тут мужики, один ничего не поймал, один-два окушка. И щуковки вон стоят тоже. Прекрасная погода. Мы закормили луночку. Но пока тишина. Сейчас еще пойдем еще одну закормим. Прикормки. Прикормочка у нас лещевая. Плотвиная. Хорошая погода. Под плотву такая. Тут пока тишина. Сейчас мы посмотрим, где наша вот удочка. Будем кормить одну. На такую глубину лучше всего кормушкой закормилась. Ну, так тоже пойдет. Для плотвы будет медленно опускаться. Что, будем проверять нашего окуня? Глубина большая, да? Да. Окунь, ты щуку там нашел? Не хочет вылазить. О, смотри, какой красавец. А почему не поднялся хвошок? А, так щука не атакует его. Лёжа за щуку атаковать, чтобы хвошек поднялся. Пойдем проверим оставшиеся две. Как клёв имеет? Расскажи, сколько рыбок поймал? Посчитай. Три. Посчитай, как рыба называется? Окунь. Классненький, да? Хорошая погода, хорошая рыбалка.
Тут мы прикормили луночку, ничего у нас, кроме одного окушка. И там он тоже, он уже человек собирает чековки. Тату переместились вдоль этого пирса, ничего не получилось. Тут ни одной сработки у нас на чековке не было. Люди сегодня сказали, клево, нет. В принципе, для глухозимия это нормально. Зайчка, выпускай, открывай карасиков. Да. Это для щуки, я хотел щековки ставить. Все, пускай растут, плывут. Выскочили все? Да. Все, друзья, вот такая вот у нас была рыбалка. Милечка, говори всем пока-пока. Пока. До новых рыбалок. Да. Будем собираться. Вот такая была прогулка, перекус на свежем воздухе. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Все, пока-пока.